решил эту процедуру Анечке добавить. Ура! Там надо залазить рукой. Вот я уже все. А там она что-то перекрутилась и все. Так она, вот она подо льдом стоит. Ай, да, щука? Да, 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 она самая. Щука хорошая там. По весу тяжесть. Да, слушай, морда тут прилично у нее. Ну, пока тут Анечка занимается процедурой. Сейчас. Пейзаж вам покажу. Влажность высокая. Она как, поперек стоит. Какой? И за все? Хвост, что ли, схватила? Ну, лунка узенькая. Не-не-не. Вот смотрите, какую крокодилицу достает Анечка. Да-да. Да, я не верю своим глазам. А я тоже. Если честно, я не верю. Я не верю. А ну-ка, отцепи и в руки возьми. Это, слушай, шестерка. Ну, 5,5. Пятерочка это. Пятерка всего. Пятерка, да, с чем-то. Как говорится, гиганты нас удивляют. А я думал, здесь самоловки не ловятся. Только жерлицы. Аккуратно пальчики-то надо. Ну что, второй флажок с утра. Это ночная. Это значит, мы не зря тут мучились. А? Затягивай, выбирай аккуратно так, чтобы пальчики. Конструкция очень травмоопасна для него. Посмотри, как она веревку нам накрутила. Смотри. Так если было бы то это... Да, конечно. Если бы ты не поменял, веревку она вообще... бы ушла. Это... Она ее... Короче, треск. Это я перевязывал новую. Вот так что это. Давай, возьми в ручки. Сейчас, подожди, тут надо свои ручки освободить. Возьми, только разверни глазом в другую сторону. Бедная ты девочка. И почисти снег. Смотри, что вот ее аж прямо... Ну, это она об лёд, наверное, стукалась. Почиститься, наверное, хотела. Да нет, это она, а верёвка лучше. Вау. Вау, какая красотетка. Ну, тут таких мы не ловили. Таких нет. Это будет первое. Ну, и весы в палатке. Но ничего страшного. Ну, видно, что это пятерка. Потому что мы уже глаз наметан. Ну, у нас за ноябрь. Ну, пласти нас, пласти. Мы тебе больно сделали. Дружок. А побольше есть тут? Ну, побольше. Побольше размерчики. Ну, ладно. А я что-то долбанул, она даже не шелохнулась. Она вот так подо льдом стояла и все. Ну да. Смотри, как сразу резко вода. Вау. Рука краснеет. Ага. Да. Ну, мороза нет. Синеет. Но влажность, синеет, влажность. Уже, влажность. Ну что, на этой да. Грязной ноте. Ой, утро задало. Прекраснейшее утро. Прекраснейшая погода. Штиль. Расскажи, во сколько мы все закончили, во сколько... Вчера мы приехали на рыбалку. Выехали в 12 часов дня. Приехали в 8. В 2 часа мы выехали. 12:30. В 8 часов ночи приехали сюда. Ехали по тайге, по болотам. О, ребят, по каким болотам мы ехали? Про Волокушу рассказали. Волокушу тоже коцнули. Неприятно. Самую большую. Где-то на пенечек нарывался на нее. Вот. Потом на пене... у нас еще не завелся бур. У нас мотобур. Не завелся мотобур. Мы все это сверлили ночью, до часу ночи. Вручную. Блин, у нас руки отваливаются. 25 сантиметров снега. Если бы вы видели, как мы вчера сверлили. Один держит, другой бегает. Вот. Ну вот сейчас 7:30, мы приехали. И хороводом вокруг ёмки новый, как это называется, хайлайт или? Да, вот приехали проверочку, вот одна стоит. Сейчас вот Анечка проверит, что тут есть. Пусть порадует. Ну да, пусть может хоть что-то. Это будет первая наша жерлица из выставленных целого ряда. Скажите, что у нас на первый есть? Что-то есть, слава богу, что-то есть. Наверное, то, зачем мы приехали, то, что я мечтала. Главное, чтобы оно не ушло теперь. Главное, чтобы оно не ушло. Ребята, тут такие глубины. Блин, я так боюсь, что оно сейчас уйдет.
Леську, главное, не пить. Ой, оно убегает, убегает. Вот оно. Это то, зачем мы приехали? Да. Желтенькая пудика. Это мои слезы. Привет, рыбонька. Привет, мой золотутенька. Привет, мой хорошенький. Голубоглазый, между прочим, налимый голубоглазый. Подержи его. Они голубоглазые. Вот они, твои слезы. Если вы видели, как Анечка вчера плакала, когда тут добуривала уже лунки. Уже. А у нас просто очень много соседей, целых 4 человека. Да, и они позаставили тоже места. Да, самые такие ловчие. Ну, не то, что ловчие. Ловчие. Мы нашли место, где и нам постоять. Здравствуй. Вот, но... Прости, пожалуйста, но мы тебя скушаем. Ну, то, что вручную пришлось буриться, это да. Ну, вот тут вот мы и ловили в том году. Голубоглазик. Да, ты голубоглазик. Давай, давай. Ну все. Ну подержи его в ручку. Холодный. Холодненький. Хорошенький такой. Вот такая бабочка. Килограмма 3 будет? Не, душечка. Да ну не. 2-200. Ну вот такие, как мы на старице ловили. Да ну, нет, это больше. Под трешечка. Под трешку, да? Трешечка. Ты че? Дизелятой. Двушечки это мы там вытаскивали, а это дизелятой. Вот трешечка. Ну, как я тебя учил держать? Не знаю. Ну, хвост приподнимаешь вверх. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, он плывет. Бабочка все, плывет. Ну ладно. Бабочка. Пляем дальше. Все захлопнуто, там пришлось оборвать. И тут у нас чудо чудное. Вот обрыв нашей лески так. На самоловке. Он хвостом лезет. Вот. И так что он тут нам все закрыл. И лезет хвост. Еще хвостом. Хвостом лезет. Так, все вроде бы. Головой пошел. Он что, небольшой, что ли? Хрен его знает. Что тут раз хвостом лезет. Сейчас. Блин. Главное, чтобы он голову свою дал. Вот такие чудеса. Сейчас узнаю, кто тут такой умный. Главное, чтобы обрыва не было. Так, давай я. Теперь я рукой туда давай нырну. Взял. Ну давайте смотрим, кто у нас. Кто? Ребятушки, смотрите, какой. Какой хитрый! Какой хитрый! Какой хитрый! Вот это да! Вот это подарок! Это, мы. Прикиньте, он с той лунки. Там жерлицы мы порвали. Да, он считайте, вот пришел. Где снегоход, он все захлопнул, он все собрал. Такой. Вот это подарок. Подарок свадьбе. Вот это подарок. Ну это, я вам скажу, пятерка смело. Да. Пятерочка смело. Голубоглазенький твой. Покажи, голубоглазик, привет. Ты такой умненький, да? Ты такой умненький. Смотри, куда он таскал-то, да? А мы решили коряга, и так, и всяк. Ну, ты как? Вот это я приключение! Это подарок первый. Вот это приключение, это скажи. Хорошо. А сколько нас Нептун обделил подарком? 4,925. Ну, пятерка. Ну да. Пятерка. 75 грамм не додал. 75 грамм не додал. 4,925. Отлично. Классный подарочек. Ты-дыщ. И у нас флажочек стал, который мы ждали. Быстренько пробили его, чтобы вас этой процедурой не заморачивать. Разбиваем льдинки. Сейчас посмотрим, кто у нас тут есть. Может, окунь. Маленький. Вчера уже один был маленький окунь. И сегодня может быть маленький. Yes. Да. Смело идет пока. Thank you.
щучка хорошенькая. Ну, как сказать хорошенькая? Зацепилась вот за усик только. Вот так вот. Ну, сперва щучка сегодня у нас маленькой, ну, удаленькой. Так, ну что, проверяем. Уже не знаю, какую по счету. Вот. Ух ты, как она. Тут кто-то обнаруживается. Очередной красавчик. Ух, ничего себе. Очередной красавчик. Ничего себе. Малинчик. Ничего. Ну, по утрам, походу, это самое. Двоечки, два налима, это, наверное, норм. Ночью прекрасно ловится. Там еще один флажок вот встал. Красота вечерняя. 4 часа. Едем на вечернюю проверочку. Все подготовили. Сейчас Анечка прибежит там, в палатку закрывает. И едем. Поехали, Анют. Нас ждут вечерняя проверка, потом 4-часовой сон, потом ночная проверка. Садись. Как классно. Мы да. Так покушали. Да, мы сейчас сытно, плотно покушали. А то был только завтрак и все. Прыгай. Да, мы за целый день мало кушали, а сейчас хорошо покушали. О, чувствуется, хорошо покушала. Снегоход просел. Ну все, вперед, погнали. Анечка позвала, говорит, Василич, на закрытую. Что-то говорит. Щука. Небольшенькая. Походу, как щука. Дергается? Ага. Что надо? Нет, налим. Налимчик? Или налимище? Налимчик. Налимчик. Тот налимчик, вот тот налимчик. Ну такой, душечка. Хорошенький. Где-то тут птичка сейчас. Где птичка наша? Вот ты. Вот ты такой. Ну вот. Достойный. Бабочка. Это предгостинчик. Предгостинчик. Вот такой. Вот такая бабочка. Вот ага. Такая вот. Отлично. Подожди, держи. Ну, проверяю очередную. Черпу живца. Живец. Тебе нужен живец? Ну, оставь. Лишь вот черпается прямо вот так вот. Ну что, короче, поднимаю. Ой, поднимаю. И тут что-то мне не хочет подниматься. Что-то не хочет. Щучка маленькая, наверное. Подниматься. Еще один. Держи, 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 держи его. Держи его. Маленький. А что у него там на пузике? А, то попка у него. Это попка. Попка. Ну, покажись. Классавчик. Он едва-едва схватился. Смотри, там крючочек. Едва-едва, да? Да, вон крючочек прям. Ну, потому что, видишь, даже это живец тут. Ну, что? Ну, вот. Вот это уже двушечка. Двушечка такая? Двушечка. Вот тут кто-то его даже хотел поесть, как бы не щука начала как бы не охотиться, щука. Да. Очень сильно. Ну что, пойдешь к нам? Ну давайте. Еда. Мясо. Мясо. Третий за сегодняшнее утро. На закрытый. На закрытую жерлицу. Чистить. Кто-то потроничка говорит, Василич, иди спасай, помогай. Кто-то сидит, вот, спасу не дает. Ну, думаю, приду на помощь. Сегодня же наш праздник, 25 лет совместной жизни. Боже, это я
Ее терплю 25 лет, а она меня. Может, я тебя больше терплю. Так, ну что? Ну что, ты на что-то... Поэтому сегодня мы принимаем подарки от Нептуна. Ну, не таких размеров, конечно. Она такая же ушлая была. И опять так же атаковала. Так что мы больших подарки принимаем. Маленькие нам не надо. Нам большие подарки. Типа как вот сегодня были с утра. Пять с лишним налим. Щука. 4, 3. Вот это да. Вот. А это кто-то не очень нас уважает. Неожиданно загорелся флажок. Я вперед ушла. Вот, Васильич, подарок, наверное. Мы подарки сегодня принимаем. В виде просто. Кто-то нам такие халтурные подарки шлет. Блин. Бывает и такое. Коробочку пустую нам прислали. Ну пробежитесь, калории сбросьте, что теперь? Коробочку нам пустую прислали и подписали подарок. Ну есть же гости такие, ты же сам знаешь, пустые коробочки, ой, пустые конвертики на свадьбу кладут. Все как в жизни. Знаем таких, слышали, видали. Анечка готовится за забег делать. У нее где-то там далеко, я увидел, жив флажок стал. Сейчас она хватает живца и помчала. Помчала спринтерским бегом. Все, давай, солнце, вперед! Давай за подарком! Давай подарок! Вот. Аня, пока Аня побежала, я вам покажу, что мы сегодня за сегодняшний день наловили. Вот, поймали сегодня всего 4 щучки, немножко окуньков, 3 налима, 1 на 4 с лишним, троечка и 2 800. Вот. И вчера 2 налимов, 1 на 5 чем-то. Ну, нормально, у нас, короче, налимные дни идут. Вот. Солнце уже садится. 25 лет это наша совместная жизнь. Некоторые люди отмечают в ресторанах на Мальдивах. Ну, а мы в тайге. Тишь такая, благодать. А мы на рыбалке. В 90 километрах от города. Очень далеко. В шикарном озере. Так что... Уже половину... Озеро закрыло. Ну ладненько. Что, ребята, у нас ночная проверка. Не поленились мы с Анечкой, друг друга договорили, уболтали, короче, ночью выйти прогуляться. Вот идем, тут флажок стоит, поднимаем. Вначале решили никого. И сейчас такое впечатление, тащу как никого. Не, было там что-то? Да, ну вот теперь я чувствую, что что-то там есть. Ночная поклевка. Слушай, походу хорошая. Придется руками. Лезть. Вот такой вот, ребят, у нас ночной налимчик. Ричи, кто это? Кто это? О-о-о-о-о-о. Красавчик. Аня, подальше его, чтобы леска не перепутать. Вот, вот такой вот у нас ночной красавчик. Переверни-ка его на пузико. О, прекрасный ночной, ночной налимчик. Ричи, кто это? Кто это? Голубоглазик такой. Идите вы. Так, ну что, у нас ни того, ни другого. Ну пробуй смотреть, что там далеко, недалеко. Ну вот, ребят, у нас ночная
8 часов вечера. У нас ночная поклевочка. Прекрасная, считаю. Мне кажется, нам повезло. Он еще не успел его полностью съесть. Да, ну кто туда рукой залезет. Ну кто, я? Ладно, все, мы достаем крючок. Ну что, мы вторую случайно. Давай проверять. О, и вот он. Налим. Налимчик. Слушай, сегодня я, наверное, ход налима. Маленький такой. Ну, маленький. Килограммовка. Ага. Крючки не взяла, да? Почему не взяла? Я молодец, молодец. Вот, вот, ну что, отличненько. Еще один флажочек, еще один налимчик. Ну что, ночная съемка продолжается. И у нас уже третий флажочек. Обнаружен в стоячем размотке полной. Я пробил, Анечка чистит. Ага, да, должно быть кто-то. Есть, да? Кажется, есть. Кажется, есть. Кажется, есть. Ну, показывайте. Вот там кто-то. Вот удивительно, да, сколько мы с тобой ходили. Это второй год, как мы ходим. Ночью все пробуем проверить. Первый раз. Вот первый раз. Вечер, точнее. Скажи, что там еще трофей. Нет, там криво идет. Хвостом вперед. Да, слушай, вот. Не то, что налим 100%. Так, слушай, наверное, у меня не получится. Давай ты. Ань, я свечу. Пробуй. Вон он, потихонечку. Сопротивляется. Да. Дырочки уже маленькие. Дырка маленькая. Ух ты! Какой красавчик! Красавчик! Красавчик ночной! Спасибо, что разрешил вытащить! Я прямо... Какой красавчик! Ну вот, ребят, это у нас уже третий за ночь. Да. Отлично. Ладно, всем спасибо. Мы довольны. И опля, мы пришли. У нас флажочек стоит. И размоточка полненькая. Сейчас Анечка продолбает. Прочистит. Прочистит лунку. Долбили мы вчера, сегодня мы уже чистим. Да, сегодня сделали красивенькую такую шубку. Новые лунки. Сейчас посмотрим, есть ли у нас кто-то. Вон ложечку возьмем. За чудеса. Давайте. Показывайте мастерство рыбацкое. Чему нас научила третья ночь? Ага. Ого. 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 Ого-го. Ого-го, слушай. Да, ого-го. Тяжело там идет? Да, тяжело. И хвостом голубоглазым своим хитро махает. Видишь, прям как? Ну, это щука. Наверное, все-таки это щука. Да, это так щука у нас. Хотя, в принципе... Ой. И кто же у нас тут? Не давайте. Давай. Все дружно будем хотеть трофея. Трофейчик, вылазь. Сейчас, подожди, наверное, все-таки голубоглазая наша красота. Ну, давай, без хвоста уж как-нибудь ползи. Вот так. Опа, по-моему, пасть хорошая, да? Ага, хорошая, хорошая. Очень хорошая. О, да он даже не лезет. Вот это... Как больно! Отпусти! Трофейчик! Отпусти! А, какой трофейчик! Папочка, ребят, смотрите, какой трофей! Папочка, покажи сюда! Вот. Вот, наш голубоглазец. Знаете, какие у него глазки голубые?
Бабочка. Если кто не знал, что у Налима голубые глаза. Вот они. О, видишь, мой маникюр. Аня. Я сделала маникюр под цвет глаз. Отлично. Красавчик. Ну, такая спасибо. За 3 с лишним точно. Ух, красота. Неписанная. Вообще неписанная, спасибо. Вообще прям. Класс. Это первая лунка. Доброй ночи. Ну вот у нас третья жерлица. Мы проверяем. И Анечка говорит, что кто-то тут есть. Дала мне честь проверить. Ух ты, тяжеленькое что-то. Ну, давайте. Снова не сработано. Ох, как оно сопротивляется. Ух ты, как оно сопротивляется. Хвостиком. Ох, как оно. Спусти, спусти. Просится спуститься. Просится. Давай. Сейчас я фонарик чуть-чуть в сторонку. Может, он побаивается? Ну так. Может, лунка теперь не войдет, а? Смотрите, ребят. Блин, не лезет голова. Обалдеть. Смотрите. Обалдеть. Ух ты. Лунка 15. Лунка 15. 15, еле-еле. Да. Давай, 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 давай. Мама родная, это кто? Это кто? Лунка 15. Это кто вообще? Вальдемар, это кто? Вот это. Это да. Змей? Достань это весы. Я вот этого. Весы в палатке, я же. Блин, в других штанах. Что в кармане. Да я в других штанах пришла. Блин, вот обалдеть, ты. Ребят, смотрите какой. Вот это уже шестерочка. Это бабушке точно. Не ходите. Ой, слушай, вот ходить. Это да. Красавчик. Ну, глаза блин. Вообще исключительные. Красавчик. Блин. Есть тут такие, есть. Вообще есть. Ну, давай. В общем, мы с Анечкой решили проверить теперь, не дожидаться утра. А мы ходим теперь по ночам, так как Налим ночное животное. И чтобы к утру он не заглотил крючок до самого «не хочу», лучше приходить в определенное время. Определенное время знаем только мы. Вот, так как мы методом логического теории вычислили это время. И теперь приходим, снимаем таких красавцев. Ну, до встречи. До встречи. Друзья, да. Утро наступило. Анечка решила проверить вторую жерлицу. На второй у нас, на первой у нас никого. На второй размоточка полная. Щука, братцы, пришла. Опять 10-килограммовая. Хватай, хватай ее. Уже и боишься в потемках впихать. Днем-то мы не боимся пихать пальцы в пасть. А ночью-то боишься, думаешь, налим, а там щука как укусит. Как укусит. Ну что, первая поклевочка, отлично. Ну что, пришли на вечернюю проверку жерлиц. Чисто живцов поправить. Смотрим, размоточка внезапно полная. А нет, есть. Есть. Слушай, мне кажется, налим. Сейчас посмотрим. Налим, налим. Так, только тут надо мне помочь. Пешню не брали? Ха, ты же отказалась брать. Нет, я же тебе сказала, пешню-то взять. Что там? А? Что-то тяжеленькое? Ага, все, не, мы тут дыркали не проведем. Освещение не видно? Да, освещение не видно. Бери рукой, туда залази. Да, сейчас, подожди. Режет руки. Режет руки. Сильный, что ли? Вот так, как обычно. Неподготовленный. Так что-то поймается. Не говори. Что, прытки, что ли? Так, давай мы с тобой поменяемся. Нет, уже меняться не будем. Ты взялась, ты достаешь.
Осторожно. Это щука, а не налим. Да, щука. Но мы ее в тупую не заведем. Надо за пешню идти. Аня, было спрошено. Серьезный разговор был. Пешня нужна? Нет, не нужна. Вот так девочка сейчас будет мучиться. 10-килограммовую щуку доставать. Ну, мы все подождем. Ну, почти. Ничего себе. Мы все подождем. Что же ты там хочешь нам показать? Сейчас она, блин, уйдет. Давай, давай, давай. Ты ж ее нежно. Все, она стала поперек. Ладно, пока она там. Ложкой попробуй обратной стороной. Да нормально там вытащишь. Она стала посреди, вот так. Поглядь, параллель. Ну, предпусти чуть-чуть. Ты же не забавляй леску. Леску не расслабляй. Ну, ну, сейчас. Сейчас Анечка будет нырять. Хорошо, что я доверил это женщине. Так, я ее взяла, теперь вот помогай. Че, не лезет? Морда не лезет, нет. Морда не лезет? Ты куда тащи, тащи. Нет, 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 вообще никак. Она сюда не лезет, вот. Все, она стала. Подожди, давай крючок сейчас тебе подам. А мне проще сбегать тогда за какой? Пешней. А ты ее держи. Держи. Так, оденешь крючком ее? Да. Так, на, его размотай. Держи крючок. Крючок держи. И по часовой стрелке крутани. Нет, да. Во, все, одевай. Заводи. Ну, вот сказал же, давай. Да зачем? Да не надо, Васильич. Теперь я сбегу. 1,5 километра за пешней. Бешеные собаки открыть не прессуют. Действительно. Вот так. Ну, теперь подтаскивай ее. Помогай там ее. Ну, скажи ей, похудей. И с помощью крючка. Во-во-во-во-во-во-во. Давай-давай, солнце. Смотрите, как Анечка. Давай, давай, нет, давай, нет, вылезет, нет. Вылезет, вылезет. Я у мужиков видел, как 20-килограммовый вылазит. Здесь вот. Давай, тащи ее туда-сюда. С помощью крючка. Да мы ей пасть так порвем. Да не порвешь, крючка. Ты ж хорошо ее продела. Давай, 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 давай. Нет, нет, она вообще, Вальдемар, это надо идти. Господи, сейчас она пауза. Во, 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 во. Идет, давай, 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 давай. Порвем ее. Ничего не порвешь. Я видел таких крокодилов. Вытаскивали. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Вот мы сейчас все посмотрим. Шоу. Нет. Давай, Вальдемар, давай. Держи. Держи, я пошла за пешню. Да не, подожди сейчас. Держи, пешню. Сегодня 5-й день нашего отдыха в тайге. Наступил. Наконец-таки дождались мы немножко ветра, но снега так и нету. Так до сих пор мы и ходим по листве. Листва, песок. Анечка по хозяйству прибирается, мы проснулись, позавтракали плотненько, идем на утреннюю проверку. Живцов у нас остается все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Вот, даже уже трупики плавают. Можешь того трупика достать, чтобы он... Ну, в этот положи. А, он такой? Ну, кидай тогда обратно. Да, кидай, кидай. Нет, давай уже сюда. Ну, ладно. Вон там. Плавать, да? Вот, и мы пошли. Пошли на проверку. Утро прекрасное. Иней, конечно, начинает осыпаться потихонечку. Но еще местами сидит. Сегодня вроде как пасмурно будет.
Ну, пойдемте. Бери волокуши, пошли, Анет. Все взяли необходимое. Сейчас снегоход заведем. Мы его оставляем на озере, дабы здесь песка много. Лишний раз не тревожить гусениц. И все, мы пошли на рыбалку. Так, ну что, пришли мы. Наш завершающий день. Мы собираем жерлицы. Собираем жерлицы, самоловки. Одна жерлица у нас сейчас прямо на глазах сбежали, пока доставали камеру. Мамки разгулялись. В лунку опять не лезут. Да. Опять. Взялась она слабо очень. И в лунку не лезут. Возьми. Этот надо пробивать хорошо. Так, сейчас, секунду. Ой! Крючок, крючок. Господи. Так. Пробей, пробей. Доставай, доставай. Ну, это вот такая же, как вчера вечером у нас. 6 кг. Отличный экземпляр. Отлично. Довольно? Довольно. Это за те слезы, которые сбежала. Прям жерлицу оторвала. Пока все настраивали. Вот закончилась наша рыбалка на далеких таежных озерах. Вот. Порыбачили мы, половили хороших трофейных налимов. Таких под 6 килограмм, под 5 килограмм. Зачетные, все икренные. Анечка, конечно, тоже отменно вместе со мной бок в бок порыбачила. Привет, друзья! Даже... За каждой рыбой своя история, хочу сказать. Да, были такие трофеи, что не знаешь, как их доставать. Вот, особенно вчера ночью, позавчера налима. Вот, так что... И приходилось ловить, даже были обрывы, и даже удалось поймать на обрыв. Семью мы обеспечили теперь трофеями на всю зиму. Будем теперь кушать рыбу. Консервировать, жарить. Жарить, консервировать. Но мы очень любим налима. Филе снимем, пожарим, да, будет вкусненько. Да. Как говорится, об такой рыбалке можно только мечтать. Когда ты приезжаешь, отдыхаешь и рыбачишь. Отдыхайте с нами, и каждая рыбка, это да. Каждый, и до скорой каждый встречи. Клев такой. Всем спасибо. Вот мы и отдохнули, вот мы собрались, вот мы едем домой.
собрали свои скарбы. Иричика. Болит, рука отнимается. Да, вытянули всех своих синят трофейчиков. Упустили трофейчиков. Кого-то упустили. Вот, собрали весь свой скарб. Все, что нажито непосильным трудом, все забрали. Вот, снега выпало немножко, конечно, но все равно нам дорогу смажет. Хотел сказать, слижет. Смажет. Так что мы готовы отправиться домой. 30 километров пути, и мы дома. Да. Погнали домой. Счастливого нам пути. Ага. По щучьему велению мы классно отдыхаем. Ребят, у нас небольшой привал, едем потихонечку, возвращаемся домой. Поехали мы по одной дороге, а там не проехать, не пройти. Лишний крюк, как говорится, сделали 10 километров. Вернулись по старой дороге, болото мы проехали. Заехали, конечно, в лес. Сейчас вот по лесу-то оно хорошо. Но фишка в том, что мы и с другой стороны волокушу долбанули. И самое опасное, что она самая тяжелая. Вот. Вот у нас такая там дырка. Уже солома. Подожди, солома забивается. Вот. И с другой стороны у нас тоже щель. Вон выломали волокушу. Вот это вот самое опасное, печальное. Из боков. Вот. Установишь. Дырка а большая. Там дырка вообще ужасная. Ты просунь руку. Я даже боюсь просовывать. Вот. Ну, я знаю, что там это ничего. Хорошо, что мешок с рыбой там лежит. Поэтому. Да. А так вообще в целом, как бы я даже не знаю, как мы доедем. Там вот такая вот дырка. Будем надеяться, что там не так ужасающе. В общем, сейчас квадрик у нас остывает. Ричи замерзает. Там уж намотали мы уже 28 километров. Вот с нашего места. Едем, движемся. Приключения у нас только начинаются. Продолжаемся. Но я надеюсь, мы доедем домой. Обязательно, когда машины доедем, мы заснимем. Вот, сейчас я пью чаек. Сделали небольшой привал, ноги дрожат. Вот, и едем дальше. Ну что, у нас маленькое ЧП. Мы не можем забраться на мост. Мост весь покрыт льдом. Снегоход скользит. Вот разгружаем вещи. И такой крутой спуск. На такой крутой спуск снегоход просто волокуши не затянет. Мало того, что они внизу поломаны. Тут, видать, когда была оттепель, это вот все текло, застыло. И это вот все сплошной лед. Как каток. Вот, снегохода, может быть, еще я заеду на скорости, спорт-режиме. А волокуши нам приходится разгружать. И вот это вот все катается. Рыбу? Да, можно. Вот это все. Каток. Сейчас, Анечка, давай попробуем. Вот. И вот я тут гальмовал. То есть по льду. На эко-режиме вроде бы. Но все, дальше не поднялся. Ну, волокуши очень тяжелые. Поэтому мы сейчас их максимально разгружаем. Такой тут бетонный мост. Кстати, его тоже проловили. Уже продавили. И здесь продавили. Ездит всем, кому не лень. Так, ну что, мы еще сейчас разгрузим частично и поедем. Потащим, попробуем потащить. Едва-едва поднялись. Ура! Сейчас будем волокушу раненую тащить. Вот. Смотрите, каток. Сплошной каток. Лед. Главное, выбрались. Сейчас еще теперь волокушка. Но это уже мы будем
умничать. Ребят, мы вытащили. Вытащили наша корыца. Ой, волокушу. Это там вот такой подъем там. Ну, в общем, уже плотно, плохо видно. Вот мы парим вообще. Сплошной гололед. Насчет раз-два, раз-два. Еще с раздолбленным дном. Вот, сейчас вот это вот все тяжелое мы обратно грузим. Но если бы, ребята, не поднялся снегоход, то пришлось бы топором. То есть, уж не думали вначале этим. Волокуши. Ага. Ой, это топором, пишней раздалбливаю, чтобы была зацепка. Другого варианта я не вижу. Озеро просто так рыбу не отдает. Да. Оно любит с приключений. Ну, может, опять ночью. И опять мы ночью едем домой. Да. Уже 5 вечера. Во,